Здравствуйте, приветствую вас на канале Креслбук. Сегодня расскажем о стульчике от кормления от компании Happy Baby. Версия называется Берни V2, то есть от рождения и до 25 килограмм. То есть рама у него усиленная, обычно стандартные стульчики рассчитаны до 15 килограмм, этот выдерживает массу на 10 килограмм больше. Итак, смотрите, во-первых, съемная столешница, стульчик регулируется в трех положениях по спинке, то есть принимает форму шезлонга. Также регулировка по высоте, то есть можно его разложить, сделать нижнее положение, у вас получается полноценный шезлонг. На будущее регулируем по мере роста, там по высоте, скажем так. Когда ребенок начинает присаживаться, можете сделать полулежачее положение. Когда уже начинает сидеть уверенно, делайте сидячее. Подножка регулируется в трех положениях. То есть нижний, раз, два и три. Сам стульчик выполнен из эко-кожи. То есть он практичный. Плюс ее в чем протерли и все. То есть так как стульчик, ребенок будет, грубо говоря, кушать, там все сыпаться. Легко моется, легко чистится. Вкладыш внутренний всегда можно убрать. То есть вкладыш идет тряпочный. В дальнейшем двойная столешница. То есть она идет на вот таких хлебках. Покормили, сняли, помыли. В столешнице есть подстаканник. То есть место для стакана, чтобы ребенок его не перевернул. Обратно также на хлебке легко и удобно фиксируется. Режимы регулировки по вылету. То есть три положения получится: максимально задвинутое, второе и третье. Четвертое, оно уже снимается. Также на столешнице есть специальный фиксатор, чтобы ребенок не выпал. То есть помимо ремней безопасности есть специальный такой, как это сказать правильно? В общем, специальный упор, который не дает ребенку выпасть отсюда. Когда ребенок становится постарше, его мы можем снять. То есть он убирается. У стульчика идут 4 колеса, задние колеса поворотные, вот сейчас они у нас немножко замотаны, но их как бы видно, они силиконовые, передние фиксированы, также силиконовые, то есть стульчик можно перекатывать вместе с ребенком. Опять же, когда ребенок становится постарше, там 2-3 года, чтобы он самостоятельно мог залазить в стульчик, то есть, допустим, вы его отрегулировали к общему столу, снизу есть специальная подножка, которая регулируется в трех положениях, чтобы ребенок мог самостоятельно залезть. Вот здесь указано вот на картинке, можете обратить внимание. Вот так это все выглядит. Отличное качество пластика. На случай стирки, допустим, если чехол сильно заморали, вы можете его снять, постирать. В задней части стульчика есть специальный такой карман, то есть какую-то мелочь можно сюда сложить, сетка. Ну и складывается он достаточно компактно. То есть на столешнице есть специальные вот такие крючки, которые фиксируются сзади, скажем так, стульчик. Отпускаем его вниз и нажатием двух кнопок складываем его вот таким вот образом. Стульчик устойчивый, места много не занимает. То есть соотношение цены-качество очень отличное, скажем так. На сегодняшний день одни из самых популярных стульев. Находимся в городе Красноярск. Бесплатная доставка действует по городу, по всей России. Отправляем в любой удобной транспортной компании. Также безопасная система платежей от Сбербанка, извиняюсь.